Иван Каратов представил на зрительский суд уже две картины «Семья» и «Второе дыхание». Зрители приняли фильмы оренбургского автора на ура. Однако Иван, зная, что нет предела совершенству, отправился в Москву на мастер-класс востребованного в Америке режиссера Саши Андроникяна. Для меня это было очень ценно, потому что человек из Нью-Йорка, и эти знания мне были очень дороги. Были практические, теоретические занятия, где все нам объяснял, показывал технику всю. На практике, как у нас вот получилось, мы проводили первый кастинг свой ко второму фильму. Мы не знаем, как кастинги проводить, так вот наобум давай людей мучить и что-то из них вытаскивать. А там он объяснил, как нужно строить, как нужно добиваться своего героя. Полученные знания, по словам режиссера, обязательно пригодятся на съемочной площадке. Применить их на практике Иван планирует совсем скоро. Творческая группа Weekend Co. уже ведет работу над новым масштабным проектом про Великую Отечественную войну.